Долг, за что так? Александр Сергеевич здесь? Александр Сергеевич? Да, да, проходите. Вот икры я прошу. Я много прошу? Александр Сергеевич, прошу прощения. Александр Сергеевич, я занята немножко, ладно, сейчас. Пуд икры черноморской, средиземноморской. Александр Сергеевич, занят немножко сейчас. Каспийской, любой чем он. Александр Сергеевич, я сейчас занят с супругой, читаем стихи, вот новая работа. Саня, так никто не пишет, уже что это такое? Но ей нельзя, ну что же, да Ольга слово ждала. Кому в наше время кто дает слово? Это не муставы тебе, понимаешь, что ты читаешь? Время, она могла. Мне кажется, коса вообще бомбял. Он еще говорит, что ушки торчат. А я говорю, Сашулька, это класс. Прочитайте следующий ответ. Глава 6. Я вас слушаю.